Так, ребят, всем привет, захожу на Азию. Так, ну все, стрим начал, сейчас я окошко прикрою, ребят. Шторку надо закрыть, а то что-то сегодня свет какой-то очень яркий. Так, еще мне надо бы штаны переодеть. Грязные штаны, уличные. Так, тут пришел, туда-сюда бегал. Ну все, ребят, короче, сейчас ждем. Вроде Димага стримил. Что-то уже не вижу его. Так, уже офлайн. Так, что-то Twitch не понимаю, идет или нет, ребят, сейчас проверю Twitch. А, о, идет, отлично, Twitch. Все, ребят, короче, сейчас... Так, все вижу, надо добавить к турниру на Тим Ликвиде. Так, все, вошел инвайт, заходим в игру. Так, где мой телефон? Вот мой телефон. Сейчас вернусь, ребят. Ну что, ребят, погнали. Позвонил быстренько. Тут человеку надо было набрать. Вот. Ну все, уже готов, в общем-то, не будем отвлекаться. Силки против брейкинга у нас с ВЗ. То есть сегодня получается, что у нас 4 игрока играет. Вот. 2 зерга, 2 протуса. Статс и СиДжи... Ой, этот, простите, Зест и СиДжи Хиро. 2 вообще жестоких протуса из Кореи. И 2 зерга китайских, Силки и Брейкинг. Ну, Силки достаточно агрессивные. Зерг Брейкинг неплохо выступал и тоже на последних турнирах. Посмотрим, какую конкуренцию они создадут протусам. Соответственно, по матчапам у нас вот сейчас вот ЗВЗ. Дальше я не знаю, что не смотрел. То есть у нас 4 ПВЗ будет, ЗВЗ и ПВП одно. Вот. Такой получается расклад. Копит лингов сейчас Силки. Ну да, сверхагрессивный этот Силки. А как еще? Выдвигаются линги вперед. Все, мув готов. Здесь тоже заказ лингов пошел. И Беллингнес тоже будет, в общем-то. Но здесь уже 4 Бэйна первых готовы. Это очень-очень-очень опасно. Прямо надо морфить Бэйнов здесь срочно. Брейкингу. Силки накидывается, прям наглую хочет минуснуть всех Беллингов. Он видел момент морфа. Посмотрите, как хладнокровно он сейчас все просто прям минусует. Жесть-то какая. Линги грызут королев. Здесь пытается Беллинга выгрызть. Успеет, успевает грызть Беллинга. Силки очень хладнокровно действует. Две королевы падают. В ГГ пишет, какая реализация прям великолепная, да? Очень четко отыграли. Извините, что я отвлекся ненадолго. Узнавал, как там у моего друга здоровье просто. Вот. Здорово, атак. Ну что, 1-0 Силки, ребят. Ведет, я же говорю, очень прям агрессивно это зерк. И здесь пул первый от Брейкинга. Но здесь 17-я хата. Причем не спешит ставить газпул у нас Силки. Он просто халявит по максимуму, просто вообще. Ну а тут, судя по всему, читает его Брейкинг и... Знает, что Силки может сыграть первую игру, взяв ее, например, потом попытаться захалявить. Так и происходит сейчас. Задержка. Помните, что 90 секунд. Помните, что на кибетике ставочки есть, кому это вообще интересно. Вот, на эти матчи сегодняшние. Конечно же, корейцы фавориты. И Хиро фаворит с Зестом в ПВП, что самое интересное. А Брейкинг фаворит со Силки был. Так, ну тут брейкинг заходит, у него, конечно, достаточно много лингов, и еще 12 строится, что самое интересное, но... Силки вообще роуч-ворон заказывает, обратите внимание. Окружена королева сразу же. Плетка перекапывается. На этой карте вот крип наверх немножечко разливается, поэтому плетка, интересно, может сверху тут оказаться. Плетка вниз спускается. Так, группа лингов хорошая от брейкинга подходит сейчас. Нужно окружать лингов силки, окружаются линги силки, окружаются дроны плетка, королева тоже с хайграунда окружается. Космос активировал премиум на ваш канал. Плетка падает, все падает, силки пишет ГГ, ответка зашла. Вот это ЗВЗ, вот это я понимаю, 1-1. Просто две игры, сколько минут? 7. Бывает, что тут. Здорово, Люк, спасибо. Вы в космос. Ну что, 1-1, погнали дальше. Так, что-то у меня... Надо физраствором пшикнуть, а то... Что-то какие-то... Сопли жесткие. Так, ну что, побежали линги вперед. В этот раз более стандартно будет открывается через 17-ю хату. Привет всех на рокер. Привет всем, ребята. Да я не то что болею, просто... Это, видимо, герпесная эта тема, как бы. Аденоидальная эта ткань, короче, в носу. Она постоянно, то есть соблики-то небольшие есть сейчас зимой, плюс иммунитет, видимо, ну, снижен, как бы, и... Пучки-то они сегодня густые, по задней стенке там стекают, и они выходят, нужно прыскать, чтобы выходили. Ну что, гонят линги. Линги гонят лингов, в общем-то. Что тут играть? 4 в 4, но у Силки зелененькие, здесь 2 желтых. Кого-то дропать начинает, кого дропать начинает. Ривкина. Игра приостановлена. Так. Игра возобновлена. Все, продолжается игра. У лингов доделался мув там и там. И нужно быть аккуратнее теперь. Так. Так, попытка развести Силки тут на бейлингов оппонента. Ну, бейлингов много, еще 2 приходят плюсом. Один тут чудом выжил, на 2 хп просто выжил бейлинг. Ну, у Силки 11 роучей заказано. А здесь у нас есть роуч ворон, вопрос. Нету роуч ворона. А что это значит? Ну, роучи хоть и без мува, это значит, что... Они успеют дойти до появления, как бы, роучей там. И это для Силки, конечно же, очень круто. Сейчас он будет дозаказывать лингов. Вот 64-56 по лимиту уходит на ХГ, там уже брейкинг. По равам 41-25, то есть для Силки катастрофа. Ему надо убивать здесь, очевидно это. Ну, а брейкингу не надо лингов на ровном месте отдавать, это факт просто сейчас. Пока убивает хату, подтянутся все роучи сюда в движуху. Вот. Несколько лингов еще отдались на муве. Плетка не готова. Похоже, что у Силки все получится. У меня такое ощущение складывается. Так, взрываются бейны. Большая часть лингов выживает. Бейлингов больше нету. Накидываются линги на плетку, на королеву. Трансюз не прошел, это 2-1 в пользу Силки. Как же они быстро отыграли это ЗВЗ, это прямо ЗВЗ. Это даже не классическое ЗВЗ, классическое все-таки подольше как-то идет сейчас в лотре. Вот, здесь же прям так агрессивно друг друга билдами убили. Ну что же, сейчас я вам все покажу, короче, потому что я не показывал вам, что сегодня происходит визуально, товарищи, ребята. А сегодня происходит следующее. Брейкинг Силки. Сейчас Зест будет с двумя китайскими зергами играть. Потом Зест Хиро. Центральный матч группы явно, да, как бы. Вот. И потом Хиро против этих же зергов будет биться. Такой вот расклад. А плей-офф будет завтра этого турнира. Просто крутейшего, короче говоря. Смотрите, какой состав. Innovation Hash, Dark Bian. Статскины сегодня кто-то выйдет. Ну, с высокой вероятностью, конечно, 2%. На кибетике ставки есть. Кому интересно, запиливайте. Здесь против Хиро будет биться сегодня. Ну, вообще, Хиро, конечно, показал, что он очень прям крут в последнее время. Ну, я по приколу на Зеста, короче, ЦМочек напилю. На него кафик больше, что он выиграть тоже может. Вот. Ну и ждем продолжения. Вот, а вы помните, прошу, поддерживать надо меня и мой канал. Месяц уже как бы как 6 дней идет. Вот, буду разыгрывать премию, все дела. Насчет сегодня вечера пока точно не знаю, что будет. Хотя там в Арде Тим Лига вроде как интересно, достаточно клан Вар будет. Команда Бла, Тим Эксперт против команды Димаги. Из Имба, возможно, они оба будут играть, я не уверен. Вот. Но сегодня, возможно, нужно мне помочь будет пацанам поискать свидетелей происшествия, о котором отписано, о котором мы в группе ВКонтакте, о котором вы знаете многие, я думаю. Вот. Ну, посмотрим, что там по времени будет. Короче, ждем продолжения. А я пока отойду на секунду. С насморком разберусь. Все, ребят, я здесь, короче. Вот, поставил чай. Сейчас протру мышку немного, не люблю маленько после еды. Жирная стала, надо следить за этим моментом. Держать не очень как-то ее приятно сразу, когда она идеально такая чистая, не скользкая, так замечательно все вообще. Тогда... Вот, а пока я чайник поставил, конечно. Так, сейчас устроим быструю руку. Чай закипает, я на секундочку потом вынужден буду отойти, чтобы его залить. Да что ж такое с текстового говна. Говнодокументов много слишком. Демон активировал премиум на ваш канал. Оп, ДВТ-демон. Быстрая рука на твоей стороне, по ходу дела. Так, спиртом. Спирта нету особо. Котч-86 активировал премиум на ваш канал. Вот Котч-86, молодец. А так, не забывайте, потому что поддерживать надо, естественно, меня и мой канал. Вот. Премиумов еще больше 200, поэтому в этом месяце многим они достанутся, ребят. Ну, постараемся еще какие-нибудь и розыгрыши тоже придумать. Вот. Но это на крупных таких турнирах. Привет, Трэмс, привет, Трэмс, спасибо. Все, короче, все в игре, чайник сниму. Так, все, короче, я вернул сюда. Сейчас спрячу повешу. Который мышку протирал. Ну а Нигилист мне подкинул хорошую идею. Надо салфеток спиртовых будет прикупить в аптеке, чтобы мышку протирать. Так вообще она-то будет идеально, конечно, чистая. Вот. Узабре активировал премиум на ваш канал. Быстрая рука продолжается. Привет, фреш. Алекс Лол активировал премиум на ваш канал. Опа, Алекс Лол, четкий парень. Так, ладно. Ну что, ребят, все, смотрим Зеста Брейкинга. Итак, олигарх. У меня есть знакомый очень хороший старый Олег. И вот у него последний раз я видел кольцо с бриллиантами. Вот, любит он такую тему. Так вот, я ему скажу, что он олигарх в следующий раз. Да. Короче, даешь ты. Адептик прикрепляется к лингам, Брейкинг пытался забежать, ничего не получится в итоге. Вот. Алексей Дип, что там на андроиде вести нельзя? Ну что, отбил, в общем-то, адептов у нас. Товарищ Брейкинг. Во второй DLC, их же два вроде ходило, или я ошибаюсь? Нет, два адепта не было, я ошибаюсь. Какая-то у Зеста тут лабиринт просто такой непроходимый, смотрите. Сюда еще пилон нужно поставить. Вообще-то стенка будет вот такая здесь. Проход надо будет пройти, потом здесь, короче, коридор такой, да? Вот. Ну а что, зато в этот коридор можно, если даже один юнит здесь стоит, и он, например, грызут, убивает, ты варпишь за спину, еще там, ну как бы, то есть, с какой-то стороны это выгодно. Но не со всех, потому что может и себе помешать, да, как бы. Вот, ну посмотрим. Звук премиум оповестителя. Сейчас я посмотрю, что у меня там браузер, насколько прибавлен, убавлен. А, у меня браузер что-то выкручен на полную, я обычно его снижаю. Просто если рестрим, то это не пофиксить, так как все из одного браузера идет. Когда не рестрим из игры, как сейчас, то можно. Так, у Зеста все пробки просто на муви уходят. Что происходит? Я еще не понимаю. Криво Зест контролит пробок, реально. Но тут дарки зато на третьей базе образовались. Почему линги-то не вступают в бой? Давайте сейчас лингов еще здесь наушатывает здесь. 4 гейта здесь пробки все-таки в итоге отбились. Рабочих у Зеста больше, но у Брейкинга побольше лимита. Брейкинг что-то много лингов там реально строит. Вот. Будет еще передроп или нет, я без понятия. С мувмоверов грех не пользоваться на самом деле передропщиком. Короче, пришли два архона из 4 дарков и зилки от Зеста, ребят. Ну, все очень просто. Алекс Лол просто юморист. Не надо так юморить. Но я удалять не буду. Вдруг кто из этого кода, ну, в этой двоичной системе сгенерит реальный прем, как бы я поднимусь просто на 60 рублей. НЧЛ активировал премиум на ваш канал. Так, короче, если кто будет левые премиумы еще в чат кидать, будет выпилен сейчас прямо же сразу, короче. Ну что, ребят, здесь 1-0, посмотрим, что-то Брейкинг, конечно, дропал лингов, там контур дропал дел, но без роуча оказалось отбить это практически невозможно, вот такой вот расклад. Так, ну что, гейт кибернетка. Алекс Лол, ну твой мост активировали. Но потом никто из других, которые люди кидали, никто ничего не активировал, потому что там был бред какой-то. Я так понимаю. Так, адепт вперед идет. Пришел адепт, минуснул одного пока дрона, но одного, в общем-то, он и минуснет. Все, здесь третья хатка идет. Опять же, Твайлайт и Роба, значит, будет Даркшайн, значит, опять будет Дарк Харас, я так понимаю. Но я не знаю, где Даркшайн пока не наблюдается. Вот он сейчас здесь будет заказан, да, вот пошел Даркшайн. Плюс гейты. И здесь, кстати, вот что интересно, здесь стенки делает просто с дублированием. То есть он много-много зданий стоит. Действительно, если какой-то врыв сюда пойдет, такие стенки не просто будут сгрызть. Но если она будет сгрызаться, то уже наглухо там и тяжело будет потом отбиваться. Так, здесь пробка только стоит, можно было оверчаш выманить сейчас легко. Так, тут Брейкинг начинает газ собирать там и там. В этот раз с Роуч Уорреном играет, решение верное абсолютно, считаю я. Через 40 секунд примерно будет лейер, а из Даркшайн-то будет раньше значительно. Но призма пока долетит, я думаю, лейер как раз успеет доделаться. Но нужно ведь еще уверсиров запилить после лейера. Желательно бы из порок заказать. Вот на мэне есть одна за минералами, здесь тоже. Почему за минералами, интересно? Понятия не имею. Лап 4 дарков заходит сейчас. Они пошли вперед. Лейер еще не готов. Роучи плюс линги здесь. Ну и, кстати, спорка. Что эта спорка прикрывает-то? Я понятия не имею, ребят. Какого хрена она там стоит вообще? Сейчас здесь поймет, и Роуч Уоррен просто расковыряет хлам, и все. Ну, минус Роуч Уоррен, пожалуйста. Не ахти какая потеря, 150 минералов, с одной стороны. С другой, здесь уже есть лейеры, мог бы делаться мув, например, роучем. И могла бы пройти контратака. А в итоге придется ждать 39 секунд, пока роуч ворон доделывает, сколько там мув заказать. То есть на где-то пару минут мув отложен. Здесь давар пархонов идет, и у Зест заказан блинк. То есть это будет добивалити. Это фактически фейковый третий нексус. Доказ заказано плюс 3 гейта, и пожат, все это 7 гейт, блинк пуш будет в итоге. При этом всем обычно процы, чтобы ускорить этот процесс, как бы делают что? Они как бы делают пораньше гейты, они не делают никаких вообще юнитов. То есть они на эту призму начинают сразу варп. Получается, что никаким юнитам не нужно идти расстояние от твоей базы до чужой. То есть фактически ты дома строишь, одновременно харасишь и одновременно на эту призму уже и пушишь. Здесь же Зест решил, что нужно усилить этот пуш. Во-первых, у него есть 6 в центре и мортлы. То есть он хочет и в макро выходить, и одновременно запушить еще, как бы, попробовать. Блин, ну вот это вообще, как бы, грамотные зерги за такую наглость процессов наказывают, как бы, да. То есть вот гидру успевают выйти, и, блин, пуш уже там особо не работает. Но все-таки это Зест, а это брейкинг, поэтому хз, что выйдет. Так, на мэне здесь архон. Вот, смотрите, роучи и муф уже мог бы доделаться, на самом деле, к этому моменту. Кстати, странно, что при этом всем зерк вообще муф не запилит. Так, как он на такой рейндж достал-то до этого роучи? Там уже круто обрывался. Залп, может быть, даже только часть демеджа нанес. Так, минус камни. Пошел еще доварп один. Монлик Лол премиум кидает с вопросительными знаками. Ну что, 170-150 по лимиту, ребят. Колосса-то это иллюзии вообще, как бы. То есть колоссов здесь просто нету супа. Мазеркор минус, оверчарж всего один. Таймварп, конечно, пошел, но подтягивается еще масс роучей, масс лингов. Роучей нужно бы вывести вперед, принимая здесь бой сам в наглую. Ни хрена себе обнаглел, как, а. Пошел замес, гидра идет вперед. Филды очень хорошие со стороны Зеста, поэтому только часть юнитов дерется у зерга. Сталкеры ушли наверх. Куда-то, да, там часть сталкеров и один имморт ушли наверх. Ломятся, брейк вперед. Гидра новая подходит, разделенно. Гидра бьет сейчас, но, смотрите, какой ДПС гидра вносит просто по сталкерам. Начинается, блин, контроль до 7 рейнджа. Просто гидра сейчас наваливает. 150 на 95, похоже, что... Брейкинг сейчас Зеста запушит гидророучи и реведжерами. Призма сзади летит, призма минус на пилона выпиливать. Зеста не хватает до варпа сейчас просто вступую. Есть при этом оверсиры, то есть есть вижен на невидимых юнитах, если будет каких-то дарков варп. Зест новый варп проводит, брейкинг мышка назад, отошел. Не надо драться со зданиями, надо драться с юнитами сейчас Зеста, иначе печально все будет. Падает тут очень много юнитов. Активировал премиум на ваш канал. Так, ГГ, 1-1, брейкинг, молодец. Так, Марбет, ты Лекс Лоловский расшифровал? Или чей? Интересно. Да, красавчик, Марбет. Расшифровал. Ну что, инвайт, третья игра, ребят. Вот вам и брейкинг. Здорово, Акирыч. Здорово всем, ребят. Так, ребят, усложняется с быстрой рукой. Ну что, вторая игра поперла. Третья, простите, какая вторая. Что-то сложно, короче, да, походу, два числа угадать. Первый. Премиум никому не нужен, походу. Филшмара активировал премиум на ваш канал. Филшмара. Думаю, что Филшмара активировал этот премиум. Будет прикол, если кто-то разгадает все знаки вопроса, где знак рост, буква или цифра. Но если только будет у тебя дома с утюжком, а ты будешь связанно лежать и утюжок на тебе, тогда, наверное, разгадает, а так навряд ли. Вот. Ну что же, продолжаем смотреть, мы вообще-то движуху все. Так, пробочка погнала. Так, кстати, на высоком качестве должны были поднять с 2К до 3К битрейт. Вот. Надо будет снизить с 5. Так, ну вот раз 3 хата, конечно, у брейкинга. Потери, отмененное здание какое-то. Это, видимо, была спорка, я не знаю. Не газ явно. Ну и лингов достаточно много, но опять без роуч урона брейкинг играет. А на этой карте, блин, обороняться даже с роучами тяжело, потому что бегать далеко. Так, ну, призма, что у нас сделано? А вот призма уже почти прилетела. Цвета, блин, одинаковые почти. Я даже не заметил его на карте особо. Оп, как королеву чирнули дарки. И посмотрите, ни одной спорки нет. Зерк что? Решил, что Зест не будет играть дарков. ГГ пишем, выходим. Что тут говорить? Даже спорки не построил. У Лунтик дает. Ну, это и минус эта база, и минус следующая, скорее всего, потому что сейчас арпоны сольются, пойдет новый варп, как бы, и все плохо будет. Да, варп 4 зилков идет. Зилки с дарками идут наверх сейчас на ХГ. И зилки с дарками будут наказывать сейчас просто. Просто будут наказывать. Так, дарки заходят. Здесь фурка есть в этот раз. Ну, тут нагловато, я вам скажу, здесь залез. Но у него ведь есть призма, и он сможет в любой момент в нее всадить просто дарков, то есть ключевых юнитов в этой движухе. 9 дронов погибло, да здесь нечего ловить уже 100%. Еще один дрончик погиб. Архуны сливаются сразу же. Второй попер. У этого будет не полное хп, потому что дарк один демеджный был, я так понимаю. Или эту тему убрали, почему сейчас полная? Фига себе. Там же дарк демеджный был, почему у него полная? Или достаточно, чтобы у одного было полное? По какому принципу они сливаются? Раньше, если демеджные юниты сливались, то как бы и хп было не полное. Странно, здесь по десятке у всех. Интересно, интересно, прям даже я что-то заинтригован как-то. Призму не надо терять в таких ситуациях ни в коем случае, но Зест не потерял. Ну, брейкинг, посмотрите, лимит более-менее. Ну, что мешало поставить здесь тупорылую спорку вовремя, блин? Вот это жадность, короче, просто, ну я не понимаю, ну неужели не сделать все нормально? Просто здесь была спорка, здесь строилась, здесь только по факту уже сказал. Конечно, прилетели 4 дарка, не подними спорку не построишь Зестом. Даже, блин, из любого, ну я не знаю, даже из платины, из золота-то ты... Навряд ли прям где дарки режут, построишь рядом там прям спорку. Ну это же глупо. Вот. Ну здесь идет добивать, он понимает, что его преимущество просто колоссально. И тут навряд ли что-либо получится сделать. Где призма? Кстати, призма харасит одновременно летает. А, ну тут и выход, и харас. Сейчас до варп пойдет, да, там как бы варпятся зелки. Они будут разваливать, они хоть и без чажа. В это время сталкеры с Н3 приходят. Короче, да тут... уже борода. Хотя сталкеры без блинка, а без блинка сталкеры, конечно, ну... Ими нужно быть аккуратнее. По силе-то они такие же абсолютно. Имеется в виду по огневой мощи. По силе с блинком, конечно, посильнее. Почему? Потому что они медленнее погибают, они местами меняются, да, как бы. Вот. Тут разваливается здесь просто. Можно стек рабочих было. Ну, и так по стеку попало от королев. Здесь стоят реводжеры, что-то ждут. Ну так а что они ждут? Здесь-то база медленно, наверное, падает. ГГ, короче, Брейкинг пишет. Очевидно, что так и должно было бы быть. Сейчас Силки выйдет против Зеста, ребятки. Нет, в первом StarCraft Архона точно демеджные получались. По-моему, и во втором было так. Или опрос с первого как бы взял это. Так, ну что, ждем, ребят. Я пока тут съем один пирожок, да чай потом буду пить во время игры, чтобы не отвлекаться. Так, секундочку, сейчас приду.